Глава администрации города Заречного посетил Центр здоровья и досуга в рамках проверки подготовки учреждений культуры к новому творческому сезону. Вячеслав Владимирович выделил три главных проблемы, решить которые нужно как можно скорее. Первое – это кровля. Директор учреждения доложил, что уровень износа порядка 45%, поэтому сейчас дал поручение Роману Владимировичу Панину, чтобы он прислал комиссию, комиссионно провели обследование и подтвердил ли опроверг заключение. Мы понимаем, что на следующий год нам нужно кровлю, конечно, новую менять полностью. Вторая проблема – это состояние одного из туалетов Дома молодежи. И третий немаловажный вопрос – низкая температура в танцевальном зале в холодное время года. Причина этого кроется в продуваемых ветром окнах. Как устранить проблему, предстоит еще решить. Но главное, что меня пока смущает, это то, что сейчас ни учреждение, ни департамент культуры не определился функционально. Нужно ли закрыть сплошной стеной, то есть, например, газобетоном, или сделать, восстановить, наоборот, стеклянный фасад. Потому что открытые витражи не позволяют сэкономить электроэнергию в дневное время, когда занимаются коллективы. Поэтому буду ждать предложения от департамента культуры до конца месяца. И уже тогда будем принимать решение по очередности. Но туалет, извините, и кровлю мы будем делать обязательно в следующем году. На этом проверка подготовки города к новому творческому сезону не заканчивается. В планах у представителей администрации посещение еще нескольких учреждений культуры. Лада Орлова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».